По версии следствия, подозреваемая, являясь матерью малолетних, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, не кормила и мер по обеспечению питанием детей не принимала, что повлекло причинение им физических страданий. Прокурором Рыбновского района поддержано заявленное перед судом ходатайство следователя Рязанского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Рыбного, подозреваемой в истязании и жестоком обращении со своими малолетними детьми 2019 и 2020 годов рождения. По данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела. Постановлением Рыбновского районного суда ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой удовлетворено.